приближается величайший христианский праздник Пасха, а любой праздник – это угощение. Одним из элементов пасхальной трапезы является блюдо, названное в честь самого праздника. Сейчас мы с вами его и приготовим. Для творожной Пасхи вам понадобится. Все ингредиенты хорошенько перемешиваем до однородности блендером, затем массу перекладываем в кастрюлю и отправляем на огонь до появления пузырьков. В остывшую смесь можно добавить орехи, цукаты, сухофрукты на ваш вкус и тщательно перемешать. Приготовленную формочку ставим на тарелку и застилаем марлей. Следом аккуратно перекладываем творожную массу. Сверху накрываем свободным краем и ставим какой-либо предмет, груз. Ту же самую процедуру я делала с одноразовыми стаканчиками, предварительно выколов на дне дырочки, для того, чтобы стекала сыворотка. Данная конструкция отправляется на сутки в холодильник. Вот такая творожная Пасха без выпечки у меня получилась. Украсить можно всем, чем захотите.